Привет, друзья! В сегодняшнем ролике я подготовил интересную подборку полезных идей, которые, я надеюсь, обязательно вам пригодятся. Первая идея – это подставка для самодельных резцов для работы на моем токарном станке. По предыдущему принципу собираем подставку для набора диод. Ну а эта идея наконец упорядочит мой набор перьевых сверел. Для этой идеи нам понадобится переходник с 50 на 75 трубу. Размечаем и вырезаем часть переходника. Теперь берем металлическую планку и крепим ее заклепками к переходнику. Вот такая удобная штука получилась.
Но этот держатель из остатка трубы как раз подойдет для моего прокачанного молотка. Эта полезная самоделка пригодится тем, кто работает с деревом. Как вы заметили, пропил немного скошен, специально, чтобы не расколоть заготовку.
Эта приспособа выручит вас при мелких работах. Кстати, ей также удобно обрабатывать внутренние части различных заготовок, если, конечно, она подойдет по диаметру. Ну а на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья! Здоровья вам и вашим близким!